Руководитель администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин по поручению главы региона провел рабочую встречу с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым. Разговор шел о подготовке к проведению первенства мира по гандболу среди юношей, которое состоится в Екатеринбурге с 7 по 20 августа. На соревнования в Екатеринбург приедут сильнейшие спортсмены из 24 стран мира. Нам вдвойне приятно, первое, что в Свердловской области оказана честь принять чемпионат мира среди молодежи, юниоров, а именно среди юниоров. Приятно видеть вас на территории Уральской, а именно Свердловской и Екатеринбургской же земли. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что к настоящему моменту вышло распоряжение правительства Свердловской области о проведении первенства. Работает региональный оргкомитет по подготовке к состязаниям. Утверждены две соревновательные площадки – КРК «Уралец» и ДИВС «Уралочка», а также 6 тренировочных площадок. Каждая из них требует дооснащения в соответствии с требованиями Международной федерации гандбола. По словам Сергея Шишкарева, сейчас начинается активная фаза подготовки к чемпионату. И до начала мероприятия в Свердловскую область командирован представитель федерации, что позволит решать вопросы в оперативном режиме. Он напомнил, что Свердловская область – регион с богатыми спортивными традициями. Более 300 уральских спортсменов входят в состав российских сборных по летним и зимним видам спорта. Гандбол в Свердловской области развивается, начиная с 1957 года. Команды региона неоднократно становились призерами чемпионата СССР и России по гандболу среди мужчин и женщин. На сегодняшний день в Свердловской области порядка 300 человек занимаются гандболом. Среди них в детско-юношеских спортивных школах 108 человек. В регионе работает 4 тренера по этому виду спорта. Я думаю, что с момента принятия решения, и дай бог у нас все получится в плане согласования и принятия решения по организационным вопросам, будет проведен успешно данный чемпионат. И это будет дополнительным толчком все-таки к той традиции, которая имела место быть в Свердловской области. Для артемовцев гандбол – достаточно экзотический вид спорта. Однако, зная интерес жителей нашего округа к спорту вообще, соревнования международного уровня, да еще и проходящие в областном центре, наверняка привлекут внимание наших любителей спорта.